Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про обувь из Бельгии Экшоу. Цена за 1 килограмм 1048 рублей. Упаковки 27 килограмм 150 грамм. Цена за одну упаковку 28 453 рубля. Количество вещей в одной упаковке 46. Себестоимость одной пары 619 рублей. Но, несмотря на большую себестоимость, у этой обуви есть огромное преимущество. То есть тут 40% обуви состоит из натуральной кожи, натуральной замши. То есть продукт очень натуральный. Давайте с них и начнем. Мужские ботинки. Натуральная кожа, натуральная внутри натуральные, марка Frank Walker, размер 44, по подошве видно, что эту обувь не носили. Женские сапоги из натуральной замши. Размер 37, внутри искусственный мех, марка Эспорт. Фирма Lacoste, это, скорее всего, детские ботинки. С толстой подошвой, натуральная замша, и внутри они тоже натуральные. Размер 36. Они не носились. Ботинки мужские с лейбом. Фирма Prestige. Натуральная кожа, они не носились, немножко потерлись, но даже если это не от носки. Размер 40. У этой обуви очень ходовые размеры, и вся обувь, она довольно-таки стильная и очень часто носится. Ботинки мужские 42 размера, кожа натуральная, внутри тоже натуральная, перфорированная замша, кожа, размер 42. Они не носились. Ботинки женские из Германии. Здесь есть небольшое пятно. То есть, может, а по подошве абсолютно не видно, что их носили. Наверное, они просто где-то заморались и все. Но следов носки никаких нет. Натуральная замша, натуральная кожа. Внутренности тоже натуральные. Размер 28. Фирма Эко. Это женские балеточки, лодочки, они немножко регулируются. Натуральная кожа, они не носились. Кожа натуральная, внутренности натуральные. Кроссовки Рейкер, натуральная кожа. Перфорированная
кожа сбоку. Резиновый проклад размер 36, 37. Ботиночки женские на замке. Внутренности натуральная замша. Размер 37. Не носились. Мужские ботинки компании Camel. 9 размер, то есть у нас это 44. Натуральная кожа, натуральные внутренности. Босоножки женские на платформе. У них замша натуральная. Натуральная пробка. Компания Bill Boxer. Размер 37. Балетки женские. Все блестяшки на месте. Это перфорированная натуральная кожа. Следов носки нет. Внутренности натуральные. Размер 36. Итак, босоножки женские на длинных шнурках сзади. Это 36 размер. Они не натуральные. Ботильоны женские. Деревянный каблук. Внутри внутренности натуральные. Размер 37. Сверху замша тоже натуральная. Босоножки на каблуке женские, есть небольшие протертости, они не натуральные, каблуки в порядке, размер 37, немножко позолотой. Балетки женские, белые, здесь есть небольшие пятна, но они могут отойти. Размер 38. Никаких следов носки, каблуки в полном порядке. Мужские кроссовки, размер 41. Это текстиль. Босоножки женские на замке, размер 40. Босоножки женские, фирма Kowloon Road. Они не натуральные, 36 размера, ни разу не ношены. Балетки, размер 38, они не натуральные, текстильные внутренности, следов носки нет. Балетки женские, следов носки нет. Натуральная замша, они не ношены, размер 38. Ботинки женские, они не натуральные, на танкетке, резиновая подошва, не ношены, размер 38.
клетки женские, размер 41, фирма F&F, не ношенные. Ботинки, сапоги женские. Внутри искусственный мех, размер 41. Они не натуральные. С подошвой все в порядке. Туфли женские на небольшом каблуке. Каблуки в порядке, 39 размер. Они не натуральные. Сапоги, возможно, даже детские и маленький размер, 35-36. Внутри искусственный мех, резиновые. Босоножки женские. Здесь есть небольшая прокладка, она натуральная. Размер 36. Кроссовки мужские. Текстиль, они не натуральные. Размер 42. Здесь есть небольшое пятно красного цвета. Лафиты женские, 37 размер, они не натуральные. Здесь небольшие пятна, они от пыли. Ничего страшного. А так они не ношенные. Босоножки на танкетке женские, они не ношенные, они не натуральные, 38 размера. Балетки женские, 39 размера, они не натуральные, их фирма Street, Super Shoes. Резиновые тапочки, внутри, тоже резиновые. Размер 41-42. Детские кроссовки на заклепках, фирма Adidas. Размер 30. Тапочки детские. Мягкие, фирма De Fonseca из Италии, очень маленькие, размер 30. Ботинки мужские, размер 46, фирма Easy Go. Они не натуральные, но они ни разу не ношенные. И они не проклеенные, а прошитые. Мужские кеды компании F&F. Они ни разу не ношенные, никаких следов нет. Они не натуральные. Балетки женские, 41 размера, они не ношеные. Подошва резиновая, не проклеенная, а прошитая. Несмотря на такую большую себестоимость, здесь очень даже ходовые товары,
Они, если даже не из натуральной кожи, они, в принципе, сейчас очень популярные. Сапоги женские, 38 размера, не натуральная кожа, проклеенные. Без утепления внутри, на весну-осень, подошва не ношенная. И грунтная, я бы даже сказала. Ботинки женские, 38 размера, лакированные, они не натуральные. Фирма Биллбоксер. Ботинки мужские, фирма Memphis One, 45 размера, очень, они не натуральные, 45, не тронутые даже. Туфли женские. Размер 38. Они не натуральные. Ботиночки детские. До года. Они не натуральные. Кеды 38 размера. Не ношенные. Босоножки на мальчика, не гнутся практически, размер 30, и босоножки женские, сделаны в Германии, у них натуральная замша, натуральные внутренности, очень крепкие.